Национальное агентство Узбеккино. Киностудия Узбекфильм представляет фильм Зульфикара Мусакова. В главных ролях Бахтияр Рахимов, Фируза Саидова, Бахриддин Абдуллаев, Хуснора Хаджимурадова. В 1980 году меня призвали в армию. Уже как год в Афганистане воевала 40-я армия. Ни у кого из солдат не спрашивали, хотим мы ли на войну или нет. После месячной подготовки в Термезе нас перебросили в Мазари-Шариф. В 4000 километрах от Афганистана шла Московская Олимпиада. Подробности осени. Когда же кончится эта проклятая война? Не знаю. Наверное, никогда. Береги себя. Я пошел. Там за камнем. Прикрой меня! Что, опять? Завтрак готов. И кричи, пожалуйста. Идите, я сама. А что тут такого? Ну, мама, увидит, мне неудобно. Дайте сюда совок. Идите. Да что тут такого? Ты беременна, я присматриваю. Алло! Алло! Ибашарин Курсен! Козел, больше не звони сюда. Здравствуйте, тетушка. Привет. С
Вам не дует, мама? Гульнара, пожалуйста, порежьте колбасу кубиками. Почему? Папа любит кубиками. Вам не нравится, как я готовлю? Нравится. Просто папа привык к моей пище. Мама, может быть, через 30 лет мой муж, ваш сын, тоже полюбит то, что я готовлю. Это зависит от вас. Масло сгорит. Что? Масло сгорит. Алло? Кем? Кто? Да нет, папа дома. Вы ошиблись, наверное. Доброе утро. Здравствуйте. Сначала может позавтракать, а укол потом? Нет, я тороплюсь. Есть кто? Заходите, дверь открыта. Здравствуйте. Привет. Это паспорт. А это ксерокопия. Что-то не похоже на рабочего. А я не рабочий. Я мастер. Ну иди сюда, мастер. Пойду. Она болда. Вот и все. Сколько давления? 110 на 70. Суберима? Воды дать? Бугунозе охотландизма? Вы сегодня завтракали? Да-да, завтракали. Да, манную кашу давали. Что вы хотите сказать, мам? Говорите. Когда ты выйдешь замуж? Еще рано. Я еще молодая. Ну правильно, Шахло. Смотри, да выбираешься. Аке. Брат. Нема. Я вам в тягость? Или в доме стало тесно? Да нет, что ты? Что вы вмешиваетесь в женские разговоры? Какое ваше дело? Да нет. Ну ты женщина, скажи ей, пусть следит за собой. Не красится. Странная какая-то. Да какое ваше дело? Это ее личная жизнь. Когда захочет, тогда и выйдет замуж.
кетавер. Улетай. Доброе утро. Здрасте. Шахло. Гульнара хочет вам кое-что сказать. Невестка. Шахлопа. Мне вчера на день рождения подарили 2 комплекта косметики. Одно вам. Не надо. Зачем мне? Да. Лола, это я. Кем? Кто? 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 Ошиблись. А чего так побледнело? Может быть, этот козел звонил, который к Шахло пристает? Нет. Чего ты? Звонили с больницы. Этот умирает. Рустам умирает. Какой Рустам? Кто умирает? Да какой Рустам? Тот самый. Чтоб тебе пусто было. Только тебя не хватало. Лола? Лола. Что, папа? Невестка. А где мама? Иди сюда. Лола, я тебе говорю. Пуговица оторвалась на рукаве. Она целая вон. Я тебе говорю, пуговица оторвалась. Зайди в дом. Вы подметайте, все нормально. Откуда они узнали наш телефон? Откуда? Не верю. Ни одному твоему слову не верю. Что вы кричите? Я не кричу. Откуда я знаю? Дети услышат. У нас скоро внуки будут, а вы? Никогда не думала. Вы не ушиблись? Иди сюда. Садись. Ты его видел раньше? Клянись, быстро. Клянись. Я детьми вам клянусь, если я вас обману. Причем тут дети, дура? Да вы меня замучили совсем. Стоять. Стой. Вот. Алло? Алло. Кем бу? Кто это? Какая больница? Сызге бу телефонни ким берди? Кто вам дал этот телефон?
Нет. Здесь нет его родственников. Больше не звоните сюда. Вот. Видела? Да я его не видел 23 года. Да мне все равно, живой он или мертвый. Мам, что случилось? Ты не все нормально. Доброе утро, папа. Для вас специально невеста нарезала колбасу кубиками. На работу сегодня не ходи. Поняла? Хорошо. А вы не вздумайте в больницу идти. Я что, идиот? Зачем мне там? Папа, подождите немного, я вас на машине отвезу. А я хочу пешком. Имею право? Да. День добрый. Здравствуйте. Извините. Как поживаете? Веник ваш? А где веник? Здравствуйте. Ассаламу алейкум, Кенея. Здравствуйте, Лолапа. Здравствуй, Кутпиджан. Майле. Ладно. Я к вам на работу приду. До свидания. А зачем ты приходил? Эй, ты, где ты ходишь? Я тебе говорю, чего ты оборачиваешься? Если мои яблоки пропадут, я с тебя три шкуры спущу. Понял? Ты со мной не шути. Извините, ради бога. Ну надо же, а. Вы как две капли воды, вылитый мой друг Сабиржон. Представляете? Извините, ради бога. Извините. Сейчас, минуточку. Это не Сабиржон? Нет. Пожалуйста, возьмите это красивое яблоко. Извините, ради бога. Тысяча извинений. Перепутал. Это не Сабиржон? Да нет, другой человек.
можно нам еще 9 стаканов? Чего? Стаканов на вас не напасешься. Давайте за ребят. Давайте. Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пробой. В городе мне жители на выселках, камням лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Такси, такси, кому нужно такси? О, солдат, привет, дорогой, добро пожаловать. Давай твои вещи, мы тебя отвезем. Ребят, отпустите, я рядом живу, я на автобусе даю. Да отпустите вы. Ну что, афганец, да? Чеки внешторга привез? Мы сейчас тебя отвезем, все будет в порядке, солдат. Ребят, отпустите, я вас прошу. Да что ты говоришь, мы сейчас поедем к тебе, ты нас угостишь. Я все видел, они его остановили. Солдат не виноват. Я все сама видела. Следователь, солдат не виноват. Я видела все. Товарищ следователь, я 2 года маму не видел. По дороге домой заедем. Ты человека убил. Можно хоть домой позвонить? Алло. Мама, здравствуйте. Сынок, здравствуй, дорогой. Спасибо, мама. Мой дорогой сынок. Как ты себя чувствуешь? Как твое здоровье? Мама. Мама. Я из Афганистана вам звоню. Ой, а слышится, как будто рядом. Мам, нас тут задерживают немного. Я не знаю, когда я вернусь. Я вам напишу. Сынок, будь здоров, слушайся командира. Ладно, мам, до свидания. Мам, а кто телефон отключил? Не тронь. Положи на место. Что случилось? Mm-hmm.
Платный гороскоп. Цена 10 сум. Ну что, старуха? Погадаешь мне? Посмотрим. Уйвай. Ой. Кара. Смотри. Машинаң сымлары күйген. Электропроводка сгнила. Форсунки старые. Не машинаңа қарап жүрсің? Чего не следишь за машиной? Шахында жанып кетет. Она у тебя скоро сгорит. Да ты что? Қаядан білдің? Откуда ты знаешь? Қарасын. Гляди. Ой, ине. Твою мать. Что случилось? Что случилось? Что ты наделала, старуха? За форсунками надо следить. Утер. Садись. Какой противный голос. Сколько бы ни был красив хвост павлина, все кончается обыкновенной куриной задницей. Голову, что ли, оторвать? Кому? Павлину. Она сама загорелась. Не следил. Ладно. Продам бычков. Верну твои деньги. Дай срок. Нет. А что мне тогда делать? Моему сыну понравилась твоя дочь. Через месяц свадьба. Все расходы с меня. Но твой же сын пьяница и хулиган. Молодой еще. Образумится. Готовься. Да я лучше удавлюсь, чем свою дочь отдавать вам. O'zbekiston Respublikasi nikoh kodeksiga asosan fuqaro Sobirov Rustam Rasulovich siz fuqaro Rahmonova Lola Hamroqulova bilan oila qurish niyatida qonuniy ravishda Согласны вступить в законный брак? Ha. Да. Ma'qul. Хорошо. Fuqaro Rahmonova Lola Hamroqulova siz fuqaro Sobirov Rustam Rasulovich bilan oila qurish niyatida o'z xohishingiz bilan qonuniy ravishda Вы согласны вступить в законный брак? Что происходит? Дочка, ты меня поняла? Извините, она согласна. Есть закон. Я обязан спрашивать. Я за это отвечаю. Говори, дочка.
Или тебя заставляют выйти замуж? Говори. Нет. Меня никто не заставляет. Я сама, добровольно. Ну вот. Согласна, да? Хорошо. Идите распишитесь. Вот ручка. Невестка, подпишитесь. Ой. Ручка возьми, кто? Мама, ручка не пишет. Ой. На, отдай быстро. Мана, ручка. Вот вам ручка. Все хорошо, мама. Дымит. Масло когда меняем? Масло? Подсолнечное? О-о-о. Курбан! Что случилось? Сам не знаю. Понял, Файзи. Ладно, пойду я. Извините, пожалуйста. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Все в порядке? Сатвалдеев. Сатвалдеев? Как твое имя? Кутпаденджон. Как Кутпаденджон? Чего ты так нарядился? Сегодня важный день. Может быть... Самый счастливый день. У тебя дело ко мне? Не дело. Жизненно важный вопрос. Чего греха таить? Вы для Шахло и брат, и отец. А Шахло одинокая. Вот я и подумал. Захотел сватьё к вам выслать. Я понимаю. Я и ростом не вышел. И волосы у меня редкие. Я понял. Да.
Рахматли хатыным. Моя покойная жена. Халида хан. Халида. Яхша йолады. Была хорошей женщиной. Кичерасыз. Простите меня. Хапа булмай. Не обижайтесь. Сау були. Будьте здоровы. Не понравилось? Да. Здравствуйте. Мен Шахлоны акасы. Я брат Шахло. Это хорошо, что вы пришли ко мне. Вы знаете, я человек прямой. Я хочу жениться на Шахло. Я ее полюбил с первого взгляда. Но у вас же семья. Дети. Ну и что? Сейчас почти все так живут. Жена согласна. Правда, Шахло немножко упрямец. Но это вопрос времени. Понятно. Тихо. Пикнешь, умрешь. Слушай, Кабель. Чуть надавлю артерию, умрешь. Оборзели вы совсем богачи. За 5 километров обходим мою сестру. 5 километров не получится, мой дом рядом. Но ты все понял. Понял. Да. Вы где? Ну как где? В мастерской, в гараже. Не вздумайте уличную еду есть. Он никого знать не желает. Даже родителей прогнал. Всю посуду раскидывает. Вчера немножко пришел в себя и попросил, найдите меня Лолу и Шанову.
Мы через справочное бюро нашли ее, но она сказала, что она не знает его. Кто она ему? Так, знакомая. Прошлый месяц приходили родственники, еле выдержали 3 дня. Он всех замучил. Тимур Рафаилович, вас спрашивают. Я вам как врач говорю. Ему осталось жить несколько часов. Он неоперабелен. Так и умрет, как собака. Метастазы обширные. Поймите меня правильно. Две недели он ничего не ест. Он ничего не ест. Это вам. Если что, звоните. Тебя старик зовет. Как тебя зовут? Я Обмылок. Имя? Максут. Иди скажи старику, что если я ему нужен, пусть сам придет. Джумаев. Поздравляю. С окончанием срока. Держи. А эту справку отдашь участковому. Джумаев. Давай больше не будем встречаться здесь. Так точно, товарищ полковник. Айвазян, какого черта здесь куришь? Пошел вон отсюда. Да ладно, чё?
Внимание! Осужденный Нефедов. Вперед! Пройдите до ПНК. Повторяю, осужденный Нефедов. Пройдите до ПНК. 24-я бригада. Выйти на плац. Повторяю. 24-я бригада. Выйти на плац. Руки обжигает. А что это? Да больные принесли казан кабоб. Здравствуйте. Здравствуйте. Лола? Ты чего прячешь лицо? О, боже мой. Мама, я больше туда никогда не вернусь. Моя родная доченька. Да чтобы у него руки отсохли. Идем в дом. Прости нас, дочка. Кто есть? Вы чего пришли? Вы чего кричите? Надо будет. Весь кишлак на ноги подниму. Это что за позор? Ваша дочь ушла из нашего дома. А ты чего пришел? Я у тебя спрашиваю. Мама, успокойтесь. Ты почему мою дочь ударил? Он случайно задел. Во-первых, папаша, это она раньше была вашей дочерью. А сейчас она моя жена. Хочу, могу избить. Папа! Проклятие твоему отцу. Я тебе покажу, как на моего отца руку поднимать. Мама! Она меня зарезала, мама. Помогите, люди. Зарезали, убили. Помогите. Зовите милицию. Люди, помогите. Мама, папа, принесите мой паспорт скорее. Они сейчас милицию вызовут. Мастер, идите поешьте. Невестка, отнесите ему.
Вот, поесть принесло. Я же сказал, у меня есть. Вы что, не поняли? Спасибо, у меня есть. А... Лолапа, поешьте, пожалуйста. Аппетита нет. А этот не будет есть? Кто, мастер? Да я ему отнесла целую косу. Не захотел. С собой в банке принес. Стесняется. А вы попробуйте его позвать. Я? Давайте, давайте. Зовите. Это... Мастер, идите поесть. Да что вы? Ну, как хотите. Приятного аппетита. Девочки, поухаживайте за ним. Проходите, садитесь. Чай. Чай. Спасибо. Гульнара, садитесь, пожалуйста. Сидеть. Руку покажите. Покажите. Глаз покажите пальцем. Веко откройте. У вас в почках камни есть. Знаю. У меня вообще рак.
Ладно. Пойду я, девочки. Недолго осталось. Да придуривается он. Arkon ne iç vali? Ha? Ana otur. Git, git. Kutar. 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 Sigin, sigin. Assalomu alaykum, Jamol aka. Va alaykum assalom. Помогите! Убивают! Помогите, спасите меня! Ты чего кричишь? На, возьми. Нет. Бери, бери. Вы про меня не подумайте плохо. Да нет. Куда ты шла так поздно? Подруги. Ну да. Не ври. Некуда тебе идти. Если хочешь, пойдем к нам домой. А домашние что скажут? Да ты спрашивай прямо. У меня нет ни жены, ни детей. Почему? Потому что я сидел в тюрьме. А кто свою дочь выдаст за бывшего зэка? Я бы и сам не выдал. А за что вас посадили? Я человека убил. Не бойся. Тебя не убью. Давай чемодан. Нет, он не тяжелый.
Отпустите меня. Что вы делаете? Вы что, идиот? Чего вы себе позволяете? Извини, эта привычка с войны осталась. Нам сюда? Нет. Только прибавляли его обитателям решимости идти до конца. Нагнетали воинственное настроение. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Мама, папа. Как вы тут? Эта девушка из области приехала. 2-3 дня поживет у нас. Там комната свободна, мама? Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Алейкум ассалам. Здравствуйте. Идемте. Проходите. Извините. Зебуапа здесь живет? Да, это я. Что такое? Рустам. Рустам Сабиров. Вы его знаете? Этот зверь еще жив? Он сегодня может в больнице умереть. Ну и что? Пусть умирает. Мне какое дело? До свидания. Бабушка. Ойджон. Мама. Что? Бабушка умерла. Я проходила мимо окна, поздоровалась с ней, она молчит. Потом еще раз спросила. Она молчит. Мама, что ж вы меня бросили в такой день? Мама. Бабушка, вы живая? Идите в свою комнату, невестка. Что вам надо от меня? У тебя голова работает? У тебя жена беременная. Ты понимаешь это или нет? Ее 3 месяца дома не было. Откуда я знаю, чей это ребенок? Что?
Да ты зверь просто, иди сюда. Что, бить будете? Да я убью тебя, козел. Оставьте меня все в покое. Да ты полный придурок. Ой, Наташа, ке. Здравствуйте, опа. Вай, Тимур, кызы каттовы в каптике. Вай, Асаргинан. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня праздник. Ой, джаным ману, асалим ману, пумпалагам ману. Бу мысал роса тайырлангандым. Шунда я мокутучим ики коймахчи болды. Вай. Nimaga ikki qo'ymoqchisiz desam, dars paytida gaplashib o'tirganing uchun deydi. Ertaga dadang maktabga kelsin. Seni xulqing bo'yicha gaplashib olaman deydi. Dadamni sog'liqlari yaxshi emas. Akam kela qolsinlar desam, yo'q. Dadang yoki oying kelsinmish. Hech tushunmayman. Akam maktabga borsalar nima qildi, to'g'rimi? Hey! Ассаламу алейкум. Здравствуйте, мам. Ой, яхшы мысыз? Папа, здравствуйте. Лола кана? А где Лола? В той комнате. Все в порядке? Да, температуру сбили. Ой, утрин. Мам, сядьте-ка. Ой. Мама, папа. Я хочу на этой девушке жениться. Я согласен. Вы что такое говорите? Спасибо, папа. Старый идиот. Вы служили в Афганистане? Да. Курбанаке. Я завтра поеду в Кишлак. Зачем? Мне к врачу надо. Лола, слушай меня внимательно. Это очень важно. Ребенок ни в чем не виноват. Ты не будешь делать аборт. Я не понимаю вас. Я женюсь на тебе и поведу тебя в ЗАГС. Вы что, с ума сошли? Не перебивай меня. Мне очень трудно говорить. Выслушай меня. Почему мы в ЗАГС пойдем? Потому что ребенку нужен хотя бы формальный отец. Мне всего 18 лет. Нельзя делать аборт. Я сам буду ему отцом. Не бойся меня. Я к тебе никогда первым не притронусь. Я был на войне. Я сидел в тюрьме. Там за каждое слово мужчина отвечает жизнью. Понимаешь? Подумай. Полюбил я тебя. Я уйду. Иди спи. Ой. Извините. А вы не похожи на рабочего. А я бывший журналист. Раскритиковал одного начальника. А почему вы разведенный? А вас это интересует? Больно надо. Завтра с утра ничего не ешьте и не пейте.
8 часов будете сдавать анализы. Если кровь, я боюсь. Да не бойтесь, я вас не съем. Привет. Как дела? Чего не спим? Спи. Сынок, ты не виноват, что ты пришел в этот грешный мир. Не останавливайте меня. Сердце кровью обливается. Целый год женатый, а не спишь с женой. Да я храплю, мама. Он храпит. А может, он больной? Какой больной? Идем. Ассаламу алейкум. Что случилось, пап? В одно место проедем. Знакомый один заболел. Что вы наделали? Вы что, с ума сошли? Проходите. Жена, успокойся, пожалуйста. Осторожнее, голову держите. На диван. На старость совсем с ума сошел. Как мне выдержать этот стыд?
Пока он здесь, моей ноги не будет в этом доме. Ты куда? Я к подруге. Будь он проклят. Прожил как скот. Как мне все надоело. И умереть по-человечески не может. Невестка, папе согрейте ужин сами. Брата позови. Хорошо. До рассвета не дотянет. Накапай ему в рот воды, сынок. Не бойся. Иди. Лола? Лола? Ты чего плачешь? А вам какое дело? Лола, что случилось? Вы меня так ненавидите? Почему я должен тебя ненавидеть? Я готова ради такого человека, как вы, хоть на край света пойти, а вы? А зачем тебе на край света идти? У нас есть дом. Живи здесь. Да вы совсем тупой, я смотрю. Лола? Чего? А чё ты плачешь?
Папа! Что? Умер? Да нет, убежал. На кухне нет? Нет. Рустам ночью вернулся в больницу. Как он туда добрался, я не знаю. Рано утром он умер. По словам врачей, перед самой смертью он смог произнести только одно слово. Прости. На все воля Аллах. Спасибо вам. Мои соболезнования. У тебя есть сигареты? Я же не курю. Да. Это. Я хотел тебе кое-что сказать. Это. Вы хотели сказать, что это знакомый мой отец? Да. Папа, у меня один отец, это вы. Мне другого отца не надо. Мама мне все рассказала ночью. Ты иди, я тебя догоню. Сынок, Дильшат, если бы ты знал, сколько я пережил со вчерашнего дня. Если бы ты знал, как мы любим тебя. Пап, успокойся. Успокойся. Здрасте, мама. Он умер. Родственники его забрали. Наверное, проголодались. Сделай яичницу и колбасу кубиками. Подробности осени. Сценарий и постановка Зульфикара Мусакова. Оператор-постановщик Айзбек Арзукулов. Художник-постановщик Фазлидин Турдыев. Композитор Мария Мусакова. Звукооператор Фуркат Хасанов. Фильм дублирован на киностудии «Узбекфильм». Текст читал Зульфикар Мусаков.